На патио, так я думала, уже здесь приготовилась. Ладно, я уже показывала это. Прижимаем девочек здесь и такие жесткие прыжки. Ну, полужесткие, не надо на пятках, но среднее что-то, на ровную поверхность. Еле-еле отрываясь от земли, просто как мячик. 100 раз вот так я прыгаю. Я не говорю, что вам делать, просто... Потом еще можно 3 таких жестких сделать. Надо досчитать. 1, 2, 3, 4, 5. Опять-таки не говорю, кому что делать. Наверняка есть противопоказания. Вот. Так что есть у вас там вообще... С коленными чашечками, с суставами что-то, я не знаю. Так, не этот. Спросите у своего врача. Джек. Он такой лапой вот так вот облокотится на что-то. И как человек так. Джек. Так что вот. Это вчера друзьяшки приносили. Неплохое, хорошее. Сейчас буду прибираться. Да, где мои очки? Без очков ничего не вижу. Буду прибираться и этот. Вчера расковыряла, что-то сидела, монтировала, или что, я не знаю, когда успела. Один единственный нашла, смотри, опухло аж все. Ой, Лена. Так. Виталик, видимо, наверх пошел вот здесь. Нет, когда мы пришли, Виталика уже нет. Пошел наверх, видимо, доспать. Вот так еще делаю, стараюсь. За косяки беремся. И аккуратненько вот так, чтобы лопаточки были вместе. Спинку старайтесь не прогибать, там в пояснице ровненько, чтобы все было, старайтесь. И 30 секунд вот так вот. Чуть-чуть можете на носочки привстать. Я сейчас со счета сбилась, потому что мне нужно вам сказать, поэтому примерно будет. Если вы хотите, можно чуть пониже, смотрите, как вам где, прям чувствуете, вы почувствуете, как вам пониже, повыше, чтобы лопатки у вас соединились. И это упражнение на осанку, оно статическое, но оно очень полезное. На осанку. А если осанка, то лицо и шея, все будет красивое. То есть очень важно делать не просто по лицу, делать... Вот эти упражнения, как это, face fitness, да? Важно это делать в первую очередь для осанки, упражнения на шею, на вот эту, на воротниковую зону, грудную вот здесь вот. Это нужно делать для того, чтобы здесь, во-первых, ну и поток, крови приток будет нормальный, все, циркуляция. Плюс еще будут отходить лишняя жидкость. Вот, когда, если кто страдает отеками так же, как и я. Поэтому это важно делать. Иногда я забываю, но нужно делать упражнение на вот эту вот верхнюю часть туловища. Оно все взаимосвязано. И подвижность, кстати, вот этого нужно, да, скальпа. И тогда у вас и морщин будет меньше, всяких там заломов, носы губок и все такое. Потому что это все взаимосвязано. И лицо будет, ну, лучше выглядеть, чем бы, если бы вы этого не делали. Конечно, не сразу вы прочувствуете и увидите результат, но со временем вы обязательно это увидите. Просто не прекращайте делать. Просто запаситесь терпением и делайте, уже не сразу на следующий день или через 2 дня. Нет, неделю через
4, то вы можете не заметить, а другие заметят, потому что вы себя каждый день видите, ну, короче, это банальность, да, а другие там не видели, не видели, увидели, о, что-то в тебе изменилось. Сделайте фотку до и после, делайте упражнения на осанку, ну, это же я минимум показала, есть много упражнений, которые помогут вам вот это вот все для шеи, для этих, для мышц шеи нужно. У Миланы я все это узнала, я тогда заняла первое место, я все выполняла по два раза, говорю, по два раза. А сейчас это самое, вспомню, сделаю, забуду, ну, так не надо, конечно. Надо делать упражнения почаще, на валике, вот вчера что-то этот, говорю, пошла, легла и уснула, на валике не полежала. Ну, Библию, конечно, прочитала, без этого не могу уже уснуть, но валик пропустила вчера тоже, потому что, ну, что уже вставать опять, лежать на валике, все, сон пришел, я пошла, я засыпаю. Ну, иногда бывает так, короче, этот. Но лучше не забывать, конечно, на валике лучше лежать каждый день. Вот. Такие дела. И, ну, и, соответственно, когда вы это все делаете со своим этим скальпом, черепом работаете, с ушами, что очень тоже важно, с осанкой, всякие растяжки, тоже делайте, и тогда уже вместе будете с лицом работать, только вместе, только в паре, подбородок. Я раньше так много тут собирала, что-то так отсюда собираю, сейчас ничего, и вот растираете подбородок, щипаете, оно не сразу, вот ты думаешь, да, ну, не вижу результат, ты не буду делать. Как-то мотивация теряется. Сделайте фотку до. И не теряйте мотивацию. Вот 100% вы меняетесь. Просто вам этого еще не видно. Вот. А не прекращайте. Прекратите делать все впустую. А вы лучше продолжите и увидите дальше, что будет. Прям делайте, делайте, чтобы у вас это в привычку вошло. Вы сидите, какой-нибудь фильм смотрите или там на этом стоите на светофоре. Ну, пошумите себе что-нибудь, пощипайте. Это же много времени не занимает. Можно использовать, ну, как совмещать. Ладненько, буду прибираться. Потому что гладиолус. Ладно. Давайте, все, пока-пока. Надо еще одно видео выложить у меня там. И... Не знаю, посмотреть, Виталик спит или не спит. Хочу спросить, ему позвонили или нет. Если спит, то, конечно, я его не буду сейчас дергать. Мне нужно будет сейчас позавтракать, а одной неохота. Он со вчерашнего стола. Я что-то все на быструю руку, знаете, все на быструю руку. И я вот на самом деле, я уже сказала, да, что я люблю такие спонтанные. Как ничто так не ускоряет в тебя в уборке, ничто так не ускоряет твою уборку, как слова «мы едем к вам». Вот я вчера такая раз-раз, давай готовить что? Ну, сделала креветки в сливочном масле, да. Авокадик нарезала с лимончиком. Вот такой салат сделала. Ну, обычные огурцы с помидорами. Маслины положила тоже хорошенько, этот вкусненько. Так, это ребята принесли из Whole Foods крылышки. Разных, в двух разных соусах. Потом сделала вот такой. Подружки просто попробовала крупно, когда нарезано. Вчера тоже подружка говорила. Лена, так интересно. Ну, другая. Я тоже делаю огурцы с яйцом. Но, говорит, у тебя крупный, так вкусно. Я говорю, я вот у Ларисы тоже поела. Говорю, мне понравилось именно крупно. Этот, яйцо с майонезом. Фу ты. Яйцо с огурцом. Вот этот салат. Так, что у нас еще?
Тут баклажаны были, потом тефтель, такие как эти тефтельки. Баклажаны и крайне, я имею в виду. И три вида, какой три? Раз, два, три, четыре, пять видов сыров. Что я вчера еще на стол такой поставила? А, сделала вот смесь грибов с этими, с кукурузой, с горошком, вот такое все. Тоже это Леночка говорит, так вкусно. Я говорю, да это все по-простому, вообще все, что это, знаешь, было на скорую руку. Она говорит, ну вот вкусно же все равно. Классно ты все приготовила. Это виноградик, ребята принесли. Мы давно уже виноград что-то не покупаем. Но он очень сладкий. Но вчера с удовольствием с гостями поели. Вот, а сами так стараемся не этот, ну, не злоупотреблять виноградиком. Так, что-то у меня еще было из мяса, вот эти тефтельки и потом креветки. Такой салат, такой. Ну, вот и закусочки всякие. Вот, мороженое, ребята, принесли. Мы хотели вот свое открыть, но на палочках, короче. Получилось неплохо. Сидели, когда фильм смотрели, удобно. А, ну вот еще крылышки, то, что ребят принесли. Такие дела. Из сладкого вот эти вот конфеты, которые вам показывали. Ну, что-то чай вчера только один человек попросил, больше никто не захотел. Конфеты и большой шоколад из Trader Joe. Этот вот, кто не смотрел видео о покупках, я не перед ногу, конечно, верх ногами. Такой большой шоколад бельгийский, по-моему. Подожди, что там на кухне читала. Неплохой он стоил $5. Что-то я в этот раз не посмотрела, что он там. Ингредиенты. Unsweetened chocolate, не подслащённый шоколад. Но дальше пишется sugar, сахар, cocoa powder, это порошок какао, соевый лецитин. Все. Соевый лецитин. Contain, содержит сою. Может содержать половина по-русски, половина по-английски. Может содержать молоко, яйца. Как это по-русски? Муку. Алмонд. Ой, да что ж такое алмонд? Это. Короче, алмонд. Я его вот. Вы уже 7 лет я его говорю, не могу вспомнить. Кэшью. Коконат, кокос, хазлнат, фундук, макадамия, орех, пекан, это такой, как типа этот, все, наверное, знают пекан, похож немножко на грецкий, фисташки, да, алмонд, как же его, сейчас на него посмотрю, может быть, я вспомню. Не помогло. Ну, короче, бывает заклинь. Но у меня с алмондом всегда так бывает. С алмондом и имбирем. Вот сейчас я имбирь сразу вспомнила, а бывает тоже. Вспоминаю. Вот орешки всякие купили. Купила я в трейдер. Тут раз вам не показал, что вытаскивать из пакетов было неудобно. Вот бразильский орех. Алмонд. Это алмонд. Вот этот вот фундук. Хазлнат. Фундук люблю. Ладно, потом
Сейчас сразу с утра мне, как говорится, открыться нужно будет сырочка и кофе. И макадамия. Ой, я смотрю, у меня мои-то тут макадамию поели. Хорошо поели. Оставили. Я по два орешка, там по три в день ем, чтобы польза была, а не только тут наесться и потом все, как говорится, этот. Ну, видимо, мои любят макадамию больше всего. Вот эти вот. Показывала вам вот эти барс. Вот так они выглядят внутри. И там вот именно смесь almonds, cranberries, это клюква. И pumpkin seeds, это тыквенные семечки. Они небольшие, но сытные. Вот так в дороге, если ты ведешь, чтобы можно было просто перекусить. Даже они вкусные, даже просто если ты кофе пьешь. Мы как-то на дальние расстояния ездили, брали их. И очень, кстати, даже неплохо с чаем идет или с кофе. Вместо всяких конфеток. Это вот такие. И зеленого вида. Ну, короче, написано органик. С кешью, орешками, almonds and blueberries. Это с черникой, с голубикой. Вот такие дела. Как же алмонд-то, слушай. Ну все. Надо этот... Не позволять. Недавно тоже разговаривали об этом. Брат со сцены такой забыл, как сестру зовут. А она, ну, не такая, не незаметная вообще-то. Ну, она темнокожая у нас девушка, красавица. Прям мы ее все очень любим. Всех мы любим, конечно же, но просто вот про данный случай расскажу. Она учит русский язык, хорошо по-русски уже разговаривает. Так интересно, она темнокожая, афроамериканка и по-русски говорит. И хохотушка такая. И он такой, она комментарий так хотела дать на собрание-то. Она такая, одного забыл, второго забыл. По зуму-то, говорит, как хорошо, когда фамилия, имя уже подписано. А он просто пришел уже во время карантина к нам. Поэтому ему простительно. Лично с нами он там мало с кем знаком. И такой, и на нее, такой, типа это. Она берет микрофон такой, а я тебе не скажу. И потом свой комментарий только запомнил это. На самом деле, потому что если человек вот так вот, у него шестеренки, пытается вспомнить, вот я, например, сейчас, лучше не подсказывать, а чтобы стимулировать память, мозг, вот это все, чтобы мне этот, чтобы работал, чтобы вспоминал сам. А я тебе не скажу. И вы мне там в комментариях, а я тебе или не скажу, Каталма. Сейчас я вспомню. Обещаю не лезть никуда в интернет. Вспомнила. Минуты не прошло. Миндаль. А знаете, как вспомнила? Я часто, чтобы вспомнить какое-то слово, я начинаю перебирать буквы алфавита. И вот представлять себе это слово. И когда я дошла до буквы там SL, думаю, нет, не на L, на M. Миндаль. Точно, миндаль. Ладно, все. Пока-пока. Буду прибираться. Волосы просто наверх убрала. Это у меня творческий процесс дома. Уборка. Нет, пойду, короче, переделаю. Подождите. Вот такую гулечку сделала. Аккуратненько еще бы вот так. Чпок. Ай, да. Ладно. Я люблю, когда волосы убраны, чтобы этот... Когда готовишь и что-то делаешь, чтобы на лицо это ничего не падало. Что такое тут брызнуло? И люблю, когда губы накрашены, потому что, во-первых, мне просто нравится, когда губы накрашены. Во-вторых, я этот, чтобы не ковырять, проблема у меня. Что-нибудь зацеплю, все, поехало. А когда губы накрашены, ты не полезешь туда. Вот, уже какой-то барьер. Так, смотрите, я сейчас после гостей вот... Загрузила посудомойку, всю посуду, вот,
и буду готовить мясо. Пусть она стирается, как говорится, моется. После гостей посуда обычно больше, чем обычно. Так что сейчас она прожарится, но мы с вами будем готовить мясо, потому что сегодня понедельник, вдруг скажут ехать. А, и мы сейчас еще там наши лекарства выменим. И выделим лекарства, чтобы были Виталика тоже с собой. Да? Надеюсь, что не пригодится, но надо, чтобы были. Еще, кроме того, что я вам видео сказала, это лекарства вот эти вот от простуды. Еще наша зрительница сказала, что, ну, из своего опыта тоже, про вот эти лекарства от простуды тоже сказала, что часто заболевают в дороге. Вот, и еще сказала, что глаза, капли в глаза, потому что ветер, кондиционер может продуть. А я, помните, когда мы учились на CDL, у меня до сих пор иногда глаз вот так этот, чуть-чуть, ну, как бы остаточное такое явление. У меня такой был, ну, во-первых, ячмень, а потом он недолго продержался, была краснота, и вот это вот все зудело. Ой, я так долго он у меня был, так долго не проходил этот ячмень. Вот, поэтому, да, капли в глаза надо, мало ли чего. Ну, мы ездим, Виталик, я вообще убираю, у нас, короче, мы же садимся, у нас одна машина. Я после него сажусь, я прибавляю. Мне нужно на 74, чтобы кондиционер, на 72 хотя бы, на 73. У Виталика стоит 69, мне вот этим ледяным холодом дует, я всегда поправляю. А он после меня садится, делает меньше, короче, похолоднее. Вот он у него всегда этот. Поэтому он привыкший, не думаю, что он там от кондиционера как-то пострадает. Но, наверное, не знаю, от ветра какого-нибудь. Видите, климат-то другой, мы здесь во Флориде привыкли. А если он поедет куда-то, где еще, например, холодновато. Кстати, про обувь тоже сказали. Обувь надо и этот, и дождевик. Дождевик где-то у нас в тревожном чемоданчике можно вынуть. И этот, это для микроволновки. Можно вынуть дождевик и положить ему, если вдруг будет погода, там вообще дождь во все, а выйти нужно, да, то дождевик, я думаю, пригодится в таком случае. Хорошая тоже идея. Вот так вот раз и черпаешь из ваших тоже комментариев, что-то так помечаешь на галочку и потом пользуешься, и хорошо. Одна голова хорошо, а две уже некрасиво. Помните, это Фоменко? Да, Фоменко. Так, что у нас здесь? Клубничка. Надо ее доесть. И сегодня будет мусор забирать. Нужно будет мусор. Ой, пошла поставить сама этот. Клубничку нужно будет, да. Ой, клубничку, говорю. Кстати, вот у меня клубничка со сливками вчера не доела. Сейчас выну, чтобы не сильно холодная была. Вот не люблю я сильно все холодное, чтобы хоть тресни. Поэтому я живу во Флориде. Люблю тепло. Так, с этой крылышкой. Что еще это надо выкинуть? Клубнику тоже доедим. Сейчас я ее, наверное, вот сюда высыплю. И, ну, вот, ну что ты хоть, что ты делай, пластик все равно выкидывается, и картона, и пластика много. Вот как ты нету, ну как ты на развес клубнику ведь не купишь, правда? И на развес вот этот не купишь. Поэтому вот когда мусорка приезжает, я знаю, что нам сегодня мусор выкидывать, выставлять, завтра утром заберу. С вечера выставляем. Поэтому я стараюсь избавиться от всех вот этих вот упаковок. Это все в переработку идет, кстати. Кто-то написал где-то тут комментарии давненько уже. Ой, у вас столько коробок, вы типа за этот, за экологию, за то, а коробок сколько. А я виновата. Я-то и так стараюсь.
иду с пакетиком, он у меня, если я иду в фермерский магазин, сейчас. Короче, поверьте мне на слово, там много-много таких пакетиков, которые можно нафасовать. Если я могу нафасовать, например, взять яблочки вот так и положить в пакетик, а не в такой вот пластиковой крепкой упаковке, то я это сделаю. Если я не могу, ну что делать, то как магазин расфасовал уже, все беру. Вот. А то, что хотя бы здесь, и то, что мы делаем, я считаю, это тоже немаловажно. Если не избежать вот этих вот упаковок и картона, и там посылки, там нам в упрек, что вот вы посылки у вас этот много и картона. Так это ж, миленькие мои, все в этот идет в переработку. Картон этот переработают, еще из него что-то сделают. Этот пластик тоже переработают. То есть это отдельно приходит машина, у нас отдельные два ящика. Вот, фу, как у вас там все. Я знаю, что где-то еще до сих пор все в одно место скидывают. Так что это вот фу. Здесь хотя бы мы вот этот в синий ящик у нас идет пластик, алюминий и стекло. А в желтый ящик идет бумага и картон. Я все фасую, еще и споласкиваю, если так более-менее. Если жирное, споласкиваю. Если вот ну, из-под клубники... Могу не сполоснуть там особо, оно все равно чистое из-под ягод. Вот. Еще и помою, и все это выставлю в отдельные контейнеры, которые заберет отдельная машина. А потом за обычным мусором приедет другая. Он в сером ящике, обычный мусор. Где у меня? Вот у меня пластик. Здесь у меня только пластик, картон и стекло. А вот в этой вот сейчас покажу. Да, неудобно возиться с тремя, как говорится, этими. Так бы все в один кинул, и красиво, и эстетично. У нас одна красивая вот такая мусорка большая стоит. И было бы хорошо. Но как бы понятно, что тебе удобно, но земле удобно это. Поэтому у меня стоит тут пакет для пластика, тут пакет для картона. Стараюсь потом, когда это самое, чтобы это не мозолило глаза и не обходить это, не перешагивать. Просто уношу в гараж и все. Ничего страшного. Сейчас тут возле гаража поставлю и выставлю потом вечером попозже, чтобы тоже на улице, когда заранее выставляешь вот эти все бины, ну, эти бины, короче, ящики вот эти вот мусорные, то некрасиво, не эстетично. Поэтому, когда уже темно, тогда и выставляем. Ой, если нам не нужно куда-то ехать специально. Если бы поехали, то выставили бы. Некоторые вот уезжают, например, там. Так, вот такое мясо, помните, в Коско купила. Две таких вырезки. И я хочу сейчас, знаете, чуть-чуть. Горшочки мягче всего мясо получается. Я его приготовлю в горшочке. Не знаю, Виталику пока ничего не сказали. Когда поедет, что, даже не знаю, готовить, ну, надо готовить, что с ним будет. Я его приготовлю, да, и уберу в холодильник. Может быть, даже приготовленное, если скажут не прям скоро ехать, то можно и заморозить. Просто оно так тоже, я его разморозила, стоит, что так уж лучше приготовить тогда, правда? Вот. Что-то еще надо разморозить, чтобы приготовить. Нет, это ничего не надо разморозить. Я ему замороженное дам в этом ланчбоксе. Из этого тоже надо приготовить. Из этого надо грибочки вот тоже использовать. Мясо в грибочках не лучше отдельно. Вот. И мы сейчас с вами используем. Используем вот такие. Что это у нас? Ева взяла и заморозила зачем-то. Но я не думаю, что они вкус потеряли, да? Она, ну, когда раскладывала из пакетов, я ее попросила, она бросила почему-то фасоль по запарке, что ли, или так, не посмотрела. Но я не думаю, что вкус потеряется. И вот эти вот тоже надо сейчас. Чтобы они, знаете, пока свеженькие, я не хочу, когда они прям завянут. Они уже, они недолго, они уже вот на концах начинают. Но концы мы обрежем. Это нормально. Вот. Мясо, аспарагус, фасоль зеленый,
грибы, грибец седова. И вот эта вот цветная капусточка. Я ее свежей, ой, высыпала, съем. Но Виталик может и такое. Кто-то мне из вас сказал, Александр, да, в сухарях. Но у меня нет сухарей. В чем их можно обмакать? Наверное, в яйце просто обмакаю и обжарю, может. Что-нибудь сделаю. Так. Авокадо можно тоже. Я вчера просто авокадо, ну вы видели, порезала и сделала из него такой с лимоном, с солью, такую вот закуску. Это тоже. Я стараюсь просто от упаковок быстрее поизбавиться, чтобы оно не оставалось еще на неделю у нас. Так. Надо открыть упаковку с этими. И высыпать. Зачем высыпать? Не буду высыпать. Открытая упаковка, с ним ничего не будет, с редисом. Все. Вроде остальных упаковок. Сосиски взяла в дорогу. Но еще, правда, много осталось. Но 1, 2, 3, 4 длиннющих больших. И здесь еще 5-е. Потихоньку выдергивает. Все, вроде упаковок теперь не это самое. Вот эту сейчас тоже освобожу, сполосну от мяса и выкину. И все. Горшочек, где мой горшочек варить? Так, здесь я делала вчера, эти надо помыть. Креветки в сливочном масле. Что-то холодильник у нас какой-то небольшой, не знаю. Оказалось, в том холодильнике, в Бокаратоне, у нас больше помещалось. Мне кажется, объем не очень. Потому что здесь 3 аж ящика. 1, 2, 3. А полочек не так много. И поэтому, если нужно какую-то сковородку или кастрюлю, вон кастрюля уже стоит, то нужно как-то вот все, не знаю, куда умещать. Ящики, чтобы складывать. У нас привычка наверх складывать вот это вот все молочное. Но иногда нужно, если поставить сковородку, то там мне нужна эта полка тоже. Здесь у нас вот вчера я готовила грибы. Очень вкусно. Грибы со всякими там горошек, соя и кукуруза. Вот такое все смесь. Поэтому вот уместилось. Там-там. Та-да-да-да-дам. Там. Та-да-да-да-дам. Там. А, горшочек. Горшочек варю. Вытру еще этот. Цветы надо тоже, кстати, выкинуть. Цветы уже подзавяли. Можно какие-то оставить, какие-то выдернуть, которые подзавяли, да? Как посудомойка вообще. Вот эту посудомойку специально выбирала, чтобы она была беззвучной. Вот год назад, выбирала, а пришла она, по-моему, 2 или 3 месяца мы ждали. И сколько. С техникой что же проблемы там, не только с машинами долго ждут. Вот, и она, выбирали, короче, я искала, чтобы шум поменьше, там какой-то показатель, я уже забыла, какие-то 3 буквы, и она вообще бесшумная. В этот раз сломался, я вам говорила, мы раковины не могли пользоваться, поменяли вот этот вот диспозер. И она, он тоже, кстати, не шум. Вот до этого был на всю дом, мне кажется, дрожал какой был. Как где они его поставили, или уже он на исходе был уже. Поэтому так орал. Этот потише все равно. Новенький измельчитель в раковине. Потому что мы кидаем все в раковину, если осадки продуктов.
Я ставлю его ближе вот сюда, потому что когда воздух спускаешь, чтобы весь этот жир не в шкафчике, а сюда. Вот мой горшочек Instant Pot. А вам не видно ничего, да? Вот он. Instant Pot. Что-то хотела, взяла тряпку, что-то хотела вытереть, и теперь мне уже не вижу. А, вот тут. Да. Здесь вчера готовила, тоже что-то насыпалось. Тряпку надо поменять. Все, или постирать. Вот здесь вот такая вот кастрюля внутри. Сейчас я ее наполню мясом. И будет вкусное мясо. Оно в этом в скороварке очень-очень классно. Такое оно мягкое, разваристое. Ну, такое прям вот вкусняшка. Ладненько. Не знаю уже о чем говорить, поэтому просто буду готовить. Что-нибудь посмотрю. Какой-нибудь подкаст или что-то послушаю. Или... Я говорю, такие фильмы остались, которые мы несколько лет назад только смотрели, вот такие старые вчера посмотрели, про, я вам рассказывала, да, Библия, книга, пророчеств, что-то такое, я же даже название сильно не помню. Но очень интересно, как державы, одна держава на протяжении вот истории сменяла другую державу, вот это вот видения и рассматривались, как, какой зверь, что, какую державу представлял, и сейчас что происходит, потом англо-американская держава, короче, и вот там медоперс, ну, короче, очень интересно, если, ну, и вот сейчас бы такой же еще современный бы снять, потому что он еще с видеопленки, поэтому я себя, ну, как бы сказать, поймала на мысль, что есть некоторые фильмы, старые даже, вот эти очень интересные. Я новых тоже очень много классных, например, там про Иова, Иону, путаю все время, про Иону, современные вот эти драмы такие, ну, интересные тоже, про блудного сына. Очень-очень интересные новые, но есть и старые, которых ты уже забыла, они не менее полезны. Вот вообще что-нибудь посмотрю. Все, короче, всем пока. Спасибо, что были со мной. Хозяйство продолжается. Мои дела житейские.